Уссурийский университет 29 мая, декан факультета литературы и преподаватель факультета истории, профессор доктор Феридун Мустафа Эмеджен. Так как мы находимся в Стамбуле, и название нашего университета связано с историей этого города, мы запланировали каждый год проводить научные конференции, связанные с историей Стамбула. Наш университет берет название 29 мая в честь Дня завоевания Стамбула. Поэтому, чтобы быть достойным этого названия, каждый год мы организуем конференции на тему Стамбула времен Османской империи. Конференции проводятся на международном уровне. В них участвуют гости из Турции и зарубежья. В этом году проведем 4-ю конференцию. Также печатаются книги этих конференций. На данное время мы распечатали книги 2 конференций, а скоро мы опубликуем книгу 3-й конференции. Вы также сможете следить за нами по нашей интернет-странице. В интернет-сайте можете изучить исследования и поздравления. Почему мы проводим такие исследования Стамбула времен Османской империи? Потому что Стамбул дает очертания периода Османской империи. Современный Стамбул представляет собой очень важную часть Османской империи. Это можно понять, погуляв в Стамбуле и изучив историю до сегодняшних дней. Поэтому думаю, что мы проводим очень важные исследования в создании исторической и культурной инфраструктуры Стамбула. Эти исследования будут продолжаться, а исследователи будут находить все новые темы о Стамбуле. Стамбул является самым дорогим городом-метрополисом для Турции и мира, который продолжает расти. Мы должны сохранить историческую ценность. Мы должны знать и учить историческому сознанию. А историческое сознание формируется посредством таких конференций и книг. Если мы сможем распространить это, то лучше сохраним историческую личность и силуэт Стамбула.